Хотіли б вас запитати, я так пам'ятаю, що вам краще ставити російською мовою запитання, так? Тому що українською ви можете до кінця не зрозуміти, правильно? Ну да, чуть-чуть понимаю українською. Да. Хотел бы вас спросить по поводу вот того, что происходит сейчас в так называемых кругах элиты Российской Федерации между Кадыровым и Пригожиным. Насколько сейчас можно вообще смоделировать ситуацию? Будут ли дальше синхронно делать заявления Кадыров, Пригожин? Будут ли они объединять свои усилия против, скажем так, Минобороны Российской Федерации, либо все-таки у них, в каждого из них, Кадырова и Пригожина, есть свои политические амбиции, и вряд ли они будут создавать что-то общее политически? Ну, я считаю, что в любом случае они зависят от своего хозяина, от Путина, и они будут делать то, что он им скажет и укажет. Но то, что мы видим, с одной стороны, да, есть там конкуренция, и оба хотят какой-то власти в этой путинской системе. Анзор, по мнению генерала Соединенных Штатов Америки Бена Ходжеса, Кадыров и Пригожин создают собственные армии, потому что готовятся к распаду Российской Федерации. Такие есть мысли. Мы с вами посмотрим с другой стороны. Как вы считаете, могут ли эти персонажи быть просто очередной мультипликацией и попыткой самой России создать условно таких народных героев, которые полностью под контролем в ФСБ России? Ну, если сказать так прямо, опять же, я могу повторить, что они зависят от Путина, и эти отряды Пригожина, Кадырова, они охраняют путинскую власть, то есть являются пехотинцами Путина на самом деле. Вот так. Анзор, и очень такой вопрос непростой, так как он затрагивает вопрос религии, но мы видим, что и власть Российской Федерации, и в частности Кадыров, он поднимает вопрос о какой-то там религиозной войне, и он говорит о том, что он против шайтанов воюет, против сатанистов воюет. При этом мы понимаем, что если говорить, ну, скажем так, по правде, то этот вопрос, он в этом вопросе, он сильно манипулирует, потому что никаких религиозных не может быть противоречий между Украиной и, скажем так, его кадыровцами. Никогда не было никаких конфликтов религиозных, и о каких вообще шайтанах и о каких сатанистах может быть речи, и как это он объясняет своей аудитории, и как эта аудитория в Чечне сейчас воспринимает эти слова, которые касаются вот такого очень деликатного вопроса, как религии, как вы считаете? Этот предатель чеченского народа, Кадыров, далек от религии, и все, что он делает, это есть, он идет против религии. Он заявляет там, что призывает даже людей к священной войне с таким громким названием «Джихад» и пытается втянуть чеченцев в эту войну, но люди прекрасно понимают, что это никакой не джихад и никакая не священная война, которая ведется со стороны России против Украины. Он пытается использовать людей. Можно сказать, в религии запрещено, в любой религии запрещено убивать, идти нападать и убивать людей. Защищаться можно и нужно. Сегодня для вас, для украинцев, это священная война, потому что враг напал на вашу землю. И она же священна и для нас тоже, если на нас нападут, на чеченцев. Вот когда мы будем защищаться, вот тогда она будет и священная. А то, что там он называет шайтанами, он-то и является самым главным шайтаном со своим Путиным. Анзор, недавно в сети было видео, как вагнеровцы якобы показательно и жестоко казнили своего солдата. Кадыровцы тоже, как мы знаем, являются одними из самых жестоких по своему поведению. Мы это не понимаем.
не понаслышке знаем и по тем ситуациям, которые были на тех территориях, которые сейчас деоккупированы, и на тех территориях, которые сейчас остаются оккупированы. Возможно ли оценить вот влияние этих двух подразделений, компаний друг на друга, вагнеровцы и кадыровцы? Влиять они не будут ни на что, ни на какие результаты, там, ни на какие победы они не способны. Вот если взять вот, вагнеровцев, они никак там штурмуют Бахмут уже 4 месяца, что ли. Вот. А так называемые вот эти кадыровцы, я их чеченцами не считаю, они больше эффективны в соцсетях ТикТока, как вы прекрасно знаете, да. Не более. И вы сказали, вот как они буквально недавно убили заключенного. Я когда увидел вот эту запись, то вспомнил еще одну запись, которая сделана была в Сирии, как вагнеровцы расчленили человека, убили, разрезали. И как еще там были некоторые записи, где они там режут головы, конечности. Это звери, даже не знаю, даже хуже, чем звери. Да, но еще, кстати, по поводу религии, вот очень интересный момент, то, что синхронно и руководитель Кремля Путин и Кадыров, они говорят об этом походе против сатанистов каких-то вымышленных, но очень интересный момент, то, что официально очень часто Путин, он себя отождествляет с таким православным миром, скажем так, а Кадыров, он себя пытается отождествлять вот с исламским, конечно же, миром. Как это вообще две разные парадигмы, они могут синхронизироваться в Российской Федерации, ведь если логически посмотреть на этот вопрос, то какой-то поход православного мира и исламского мира против каких-то сатанистов, общий поход, он уже априори выглядит очень, мягко говоря, нереалистичным. Нет религии у Путина, нет религии у Кадырова. Это все, что они делают, это безбожество, можно сказать, и против религии. Вот они напали на Украину, убивают людей. Никакая религия не приветствует это, не разрешает это. То есть это оккупанты, агрессоры и убийцы. Если они говорят о сатанизме каком-то, то сами такими и являются. И Путин, и этот Кадыров. К примеру, я всегда говорю и повторю еще раз. У нас, к примеру, у чеченцев, то, что сегодня происходит, не было никогда в истории. Мы с такой жестокостью никогда не сталкивались. Никогда в истории. Вот с этой жестокостью, с таким вот предательством, с такими пытками, убийствами, с такими даже заявлениями. У нас никогда в истории не было такого, как Кадыров. Анзор, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Кадыров мог убить своего отца. Вы об этом сказали, у нас было мало времени. Мы хотим сейчас, вот, чтобы вы рассказали немного более подробнее, если вы можете. Да, конечно. В 2004 году, 9 мая, Кадыров, будучи начальником службы безопасности своего отца, вот, в этот день находился в Москве. Хотя он должен был находиться рядом со своим отцом на этом стадионе. И как-то он резко попал к Путину, после убийства. Вот. И еще там один момент, что никто, кроме этой службы безопасности Кадырова, не имел доступа к этому стадиону. Мина была заложена еще заранее. То есть люди знали, что будет такое мероприятие, и вот поставили такую мину. И у нас есть вот подозрение, что это он причастен, Кадыров причастен к убийству своего отца. Ну и по поводу родственных связей. Также Путин не так давно, вот буквально
несколько дней назад присвоил жене Кадырова звание «Мать-героиня». И вообще вот эти такие там красивые побрякушки, вот эти медальки очень часто сейчас получают приближенные Кадырова с рук Путина, а также из рук других топ-чиновников Кремля. Как вы считаете, для чего это делается, для чего так сейчас стелется Путин перед Кадыровым и его окружением? Семья Кадырова вот любит, вот как вы сказали, вот такие подарки от Путина. Там дали медаль, дали орден, называют улицы там именами там Кадыровых. Вот. И самое, что тут такое опасное, можно сказать. Вот буквально у них был, буквально недавно у них был концерт, как он назывался, Джонни, кажется. Вот. И этот концерт происходил в то время, когда шла война, идет война. То есть убивают и украинцев, и всех остальных, и чеченцев тоже, которые там участвуют. Вот. Буквально недавно был нанесен удар по штабу кадыровцев. И было убито более 30 или 60 человек примерно. И потом получается, что этот штаб выдал место расположения этого штаба, выдали сыновья Кадырова. Вот буквально недавно я видел видео от одного военного из ЗСУ. Вот, он благодарил сыновей кадыровцев, Кадырова, что он, они выдали место расположения штаба, и, по которому нанесли удар. Вот, Кадыров любит вот такие вещи, концерты. Ну, и даже были заявления, что богаче семьи Кадыровых нет в Чеченской республике. Анзор. Дякуємо вам, що ви розповіли досить такі дійсно цікаві історії довкола Кадирова. І ми порівняли так і Кадирова, і Пригожина, що відбувається, зокрема, між ними і на території Російської Федерації. Анзор Масхадов, син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі. Дякуємо.